Всем привет, ребят! Ну что, мы как-то на стриме общались и разговаривали по поводу того, что самый там крутой зефир это маскировка плюс выживание, которого нереально убить, он не убивается и проходится все соло. Я сейчас сделаю предварительный тест, потому что это надо будет очень долго времени ролить у нас, выставлять. Сейчас мы его быстренько с вами апнем. Девятка плюс ставим девятую маскировку, то есть такой вот вариант. Делаем аугментацию, даже аугментацию сделать не можем, ужас, просто ужасно. Такс, ничего себе, ничего себе. Надо будет манки докупить, потому что нереально много надо маны. Такс. Сделали. Все, теперь мы можем делать аугментацию нашим героям. Есть вариант, аугментация сделана. Я просто протестирую. Я хочу его качнуть или может даже не качать. Мне все-таки надо нам его качнуть. Сделаем, потом будем все равно тесты делать. Качаем. Такс, 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 такс. Чарка у нас есть. Ставим Holy Conviction, которая увеличит, по сути, его отхил в два раза. Так как он хилится. Вот, отхил в два раза. Давайте созвездие. Ну, созвездие я не буду просто ставить воодушевление на своих героях пока что. То есть это предварительный тест, поэтому мы сейчас так быстренько наролим то, что у нас есть. Точность. Я просто хочу посмотреть предварительно против огненки, то есть затестить вариант против, скажем так, против дефа огненная защита без воодушевления, чтобы не было дополнительных ударов, пока таких мега-мега. Ну, вы поймете, о чем речь. Тут сейчас идет именно тест, предварительная сборка. Вот кто-то там писал, что без донатом легко собрать. Вот сейчас вы примерно увидите, сколько у меня идет хотя бы вырулить 4, а то и 5. Ну, это английский сервер уклонений. Мы уже 1004 слили. Там кто-то писал 4000 и хватит. Это к видосу про танец лезвий. Что очень легко нарулить уклонение. Тысяч семь у нас уже улетело. Пятерки вообще не падают сейчас.
Вот три мы вытащили с вами. Дальше полная печаль. Вот, отлично, еще одна. Четверка, к сожалению. Да давай ты уже эту пятерку, блин. Это просто жесть. Ну вот, посмотрите, уже минус 20к, и мы только 4 пятерки натащили. Одна точность там будет лучше, чем этих 4 пятерки. То есть одна точность пятая, вон 2200, она перекроет. Воу, отлично. Так, ну что, давайте уже... Вот пусть будет такой вариант. А, все, давайте теперь здесь попробуем. Может, словим пятерку хоть одну. Нам надо пятая точность, чтобы у нас повысил... Ой, не точность, а уклон. А, чтобы у нас повысился бонус. То есть от 6 идет первый бонус. То есть у нас будет еще дополнительно увеличенный отхил. Ну, по сути, это такое. Но я уже хочу... Отлично. Есть. Что мы имеем? 6-6, Holy Conviction, 140% увеличенный отхил. Поехали. Запустим где-то. Я без питомца, потому что питомец у нас, ну, по сути, питомец должен быть тот, который убивает. Вы видите, да, отражалочку? Отлично. Хорошо, поехали на мой, в русском захотел сказать, сервачок, аккаунт на английском сервере, основу. Я пока не качаю прорыв, сейчас мы посмотрим вариант против 30-х прорывов, понятно, там жизни намного больше будет. Такс. Ставим героев пока предварительно с 9-ми ОЗ-шками. Ну, более-менее такое реальное. Так, этот есть. Меня сейчас интересует именно отражалка против 9-х ОЗ. Я потом переролю здесь, когда докачаю. Так, Бигфут есть. Там даже Фрэнк, в принципе, не надо. Так, отлично, хватает, хватает. Поехали, выставляем. Я выставляю героя без эмблем. Это вариант, как обезопасить себя от зефира. Мы сейчас проверим. Пока против. Так, хрон.
принципе, питомцы на отхил. Это все фигня. Так, еще кого-то одного. Все, есть. Так, отлично. Выходим с аккаунта. Даже не так надо было выходить. То есть мы тестируем, сколько же все-таки обратки прилетит от каждой прухи, сможет ли он себя отхилить. Это, конечно, можно и посчитать, но мы это делаем все на практике. Потом вы в итоге увидите окончательный тест. Я просто делаю предварительный тест. Так, вот наш Зефир. Ну, он, правда, без прорыва. То есть тут и так все понятно, думаю. Так, поехали. Понятно, юниты. Ух, хорошо идет. Хорош. Это при том, что у нас нету воодушевлений. Такс. Теперь я ему сейчас прокачаю 30-й прорыв. Но у вас я уже его покажу сразу же на прокачке 30-го. Ну что, ребят, сделал я 20-й прорыв. Поехали, потестируем опять же против этой же пачки. Качнул 20-ку. Смотрим. Даже в инвизе он убивает себя. Поехали дальше. Качаем максимальный. Сейчас 30-й, это будет быстрей. Качаем 30-ку, то есть выводим его на максимум, чтобы он, ну, в принципе, был в равных условиях, в топах против этих героев. Это первый тест, и у нас там нету топовых героев на деф. Я просто собрал сейчас героев предварительно с девятыми огненками, то есть девятые огненки, которые дают 50% отражения плюс 40% жизни. Десятки мы попозже потестируем тоже, но пока берем такой более-менее реальный вариант. Здесь у нас, конечно, он тоже еще не максимальный, то есть у него не докачаны 13-й скилл. Я 13-й скилл ему сейчас не смогу так быстро качнуть, но постараюсь до следующего теста прокачать его. И будет еще один интересный тест по поводу дефа. И по поводу того, как... Какой же все-таки сейчас самый топовый талант на деф, потому что Зефир, он игнорирует бронь. Еще потестим другую чарку на нем. Это просто увеличивает, как видите. Есть еще чарка, которая добавляет жизнь, обряд лечения, плюс дает дополнительный отхил. Спасет ли она такую сборку? Единственный вариант, конечно, скажете вы, можно заблокировать ОЗ, но есть герои, которые могут снять молчанку. Питомцы есть. Так. Что нам там надо было? Кристаллы. Кончились у нас кристаллики. Thank you.
Все, максималка 30-й. И давайте еще дополнительно сейчас качнем, сколько сможем. Талант поднимем еще дополнительно статки. Так, 11. До 12 мы, к сожалению, пока не дотягиваем. Ну, скилл, в принципе, это увеличение его урона. Ну, плюс-минус от хила еще. До этого мы уже дойдем в следующем тесте. Окей, есть, да? Поехали, еще один тестик сделаем. Ну, я думаю, ничего не изменится в данном случае. Мы повысили урон. В принципе, повысили урон. Урон здесь никакой роли не играет. Смотрим на входящий урон по героям. 49. 49 тысяч он бьет. 49к. 49600. Запомните этот момент. Именно 49600. Но вот сейчас, смотрите, получше начал держаться уже. Ну вот опять, только включился и все, и пошел в минус, пошел в минус. Это у нас еще на героях нету воодушевления. Пока держится. 11-й скилл, минус, минус, минус. Но уже, вот заметьте, 30-й все равно слился. А, уже получше. Давайте еще раз. Уже намного лучше. Я вам скажу так, еще юниты дают возможность выжить первые секунды, там 13 секунд, он еще не так сильно бьет. Так, смотрим. Вот 36 тысяч обратки у него идет от каждого героя. Окей, в общем, такой вот первый тест, 11-11 мы сделали его, 9-10, маскировка 9-я, снаряга, такая вот сборочка, ребят. Все, пишите комменты и ждите новых тестов, всем удачи, всем пока.